Духота и зной не страшны в эти дни жителям Янгона, ведь повсюду их ждет прохладный душ. Это значит, что Мьянма празднует водный фестиваль Тинджан. Он предшествует Новому году по бирманскому лунно-солнечному календарю. Девушки и женщины наряжаются в платья, украшают себя гирляндами из цветов. Повсюду сооружены сцены, и юные красавицы развлекают зрителей танцами. Мы очень дорожим этим праздником, потому что он традиционный. У нас проходит 12 фестивалей в год, и этот один из лучших. По всему городу установлены водяные пушки и протянуты шланги. У тротуаров стоят огромные емкости с водой, так чтобы хватило на всех. Облить друзей, родных или незнакомцев в эти дни – значит пожелать им счастья и удачи. Мьянманцы верят, что вода смывает все грехи за год, поэтому никто не обижается. Я хочу, чтобы все были счастливы, и пусть будет мир в новом году. Хочу, чтобы правительство как можно скорее принесло мир нашей стране. Тинджан отмечают несколько дней. Праздник выпадает на середину апреля. Это время предшествует сезону тропических дождей. От них зависит, каким будет новый урожай. Фестивали воды в честь Нового года также проходят в Лаосе, Камбодже и Таиланде.